Летние каникулы – лучшая пора для полезных занятий. В это время представители Тольятти Азота активно встречаются со школьниками города, чтобы познакомить их с нашим предприятием и увлечь интересным предметом химия. Летняя школа Тольяттинского госуниверситета – одна из таких площадок. В рамках программы по профориентации к ребятам, занимающимся здесь проектной деятельностью, приехали специалисты Тольятти Азота. Ребята отбираются из числа талантливых и одаренных, из тех, кто у нас был победителями, призерами конкурсов городских олимпиад. То есть они проходят конкурсные отборы, и самые такие талантливые детишки вот приходят к нам. Мы не стремимся за объемами, мы берем именно небольшие группы детей, чтобы вывозить их на предприятия города. То есть вот мы безумно рады, что вы к нам приехали, смогли нас посетить, показать ребятам, что у вас как. Ребятам из разных школ города рассказали о действующей на ТУАЗе программе по профориентации, о ключевых профессиях, о насыщенной интересной жизни молодежи завода. Сотрудники центральной заводской лаборатории наглядно представили школьникам занимательную химию и какие с ее помощью можно творить чудеса. Лаборанты показывали несгораемые купюры, лед, который не тает, вызывали вулканический взрыв и держали в ладони огонь. Много интересного и необычного узнали ребята из химических опытов. Зрелищное и увлекательное занятие запомнится им надолго. Это было полезно. Те люди, которые вообще не знают химии, им это будет полезно и интересно. Во-первых, это можно завлечься в этот процесс. Все было так захватывающе, интересно. Рассказывали интересно, мне понравилось. Это, наверное, первое мероприятие вообще за 4 дня, которое мне прям по душе было. Когда смешивали с перекись водорода с марганцовкой. В итоге получался своеобразный вулкан, из которого выделялся, получается, кислород, по-моему. Основная цель подобных встреч – зародить у школьников интерес к изучению химических наук и ориентировать ребят на наше химическое предприятие, где их ждут как молодых специалистов. Презентовали наше предприятие, рассказали о нашем заводе, о молодежной политике, о возможностях для них, как школьников и студентов, о программе профориентация, приглашаем их к себе на предприятие, заинтересованы в молодых талантливых кадрах. Я думаю, им понравилось, увидели и практическую сторону нашей работы. После встречи всем школьникам вручили памятные сувениры от Тольятти Азота.